и Авраам – это две различные совершенно субстанции в человеке, различные свойства. Авраам – это свойство отдачи, Лот, его родственничек так называемый, это свойство получения. Причем Лот – это от слова «проклятие». То есть это такое свойство, которое еще будет донимать Авраама. То есть это его внутреннее свойство, которое тоже, мешая, помогает. Угу. И таким образом они должны здесь, Авраам должен от него разделиться. Он будет его спасать, ему будет проблемы с этим Лотом еще впереди. Но сейчас для того, чтобы реализовать себя, он должен от него отделиться, от этого Лота. И с другой стороны, он как старший, как свое свойство отдачи, и понимая, что все свойства проклятые, там какие-то эгоистические, они должны будут исправиться. Он должен это свойство эгоистическое, которое существует рядом с ним. Лота. Да. Он должен это свойство каким-то образом исправить или законсервировать в себе, каким-то образом что-то с ним сделать, чтобы потом, когда у него будет возможность, начать его исправлять. Угу. А сейчас он не в состоянии. Поэтому возникает трение. Это слишком большое для меня желание. Я сейчас с ним работать не могу. Я его должен куда-то отставить. Но я должен его отставить так, чтобы оно было удовлетворено. То есть, чтобы оно мне не мешало, с одной стороны, и чтобы затем, когда я приподнимусь и у меня будет больше сил, начал бы им пользоваться. Поэтому он говорит, мы должны разделиться. Вот у тебя есть чем заниматься. Вот это вот желание, пожалуйста, вот так называемое Лот. Вот, пожалуйста, существуй. А я буду существовать вот в этом. То есть человек отождествляет себя с Авраамом, а Лота как бы оставляет в стороне.